дорогой. А помнишь, у нас в саду была статуя? Ее сделал по заказу отца какой-то итальянский скульптор. Такая красивая молодая женщина. Куда она пропала? Я не помню. Кажется, кому-то подарила. А почему ты об этом спрашиваешь? Да нет, это так просто. Мисс Сеймур. Да, Джастин. К вам приехала миссис Харпер. Миссис Харпер? Миссис Харпер. Я сказал ей, что вы на пробежке. Миссис Харпер решила подождать. Я проводил ее в гостиную. Спасибо, Джастин. Какая приятная неожиданность, миссис Харпер. Я польщена. Сидите, пожалуйста. Простите, что заставила вас ждать. Что вы, это вы меня простите. Я выбрала не совсем удачное время для визита. Но мне говорили, что вы работаете с утра до позднего вечера. Так что единственный шанс застать вас дома, это приехать с самого утра. Мне просто захотелось познакомиться с вами поближе. О вас только говорят в Лондоне. Неужели мои соотечественники такая редкость в Лондоне? Такие, как вы. Разумеется, редкость. Кофе? Да, мисс? Милли, принесите, пожалуйста, кофе. А вашу Милли вы привезли с собой из Америки? Нет, что вы. Мой управляющий нанял прислугу здесь, в Лондоне. Но я попросила, чтобы все они были с американским происхождением. Я побоялась, что англичанка в качестве горничной будет слишком большим укором моим манерам. Ну что вы! Вам не следовало из-за этого переживать, мисс Сеймур. Ваши манеры безупречны. Они настолько безупречны, что невольно приходит на ум сравнение с Галатеей. Какая интересная ассоциация. Предпочитаете со сливками или без? Ой, прошу меня простить, мисс Сеймур. К сожалению, мне пора. Дела. Надеюсь, вы извините мой неожиданный визит. Любопытство – такая сильная женская черта. Думаю, она вам тоже знакома. Еще как. Всего доброго. До свидания. Прошу. Мельтерс, вы мне нужны. Значит, отложите все свои дела. Хорошо. Через час. Не позже. Будьте любезны. Я буду в кабинете. Благотворительный фонд, миссис Харпер? Нет, домой, Чарли. Да, миссис Харпер. Вы помните, у нас в саду стояла статуя? Мистер Харпер заказывал ее какому-то итальянцу. Да, конечно, помню, миссис Харпер. Но когда он умер, вы сами приказали эту статую убрать. Да, я знаю. Где она? В дальнем домике для инвентаря. Покажите. Пойдемте. Рядом. Рядом. Молодец. Давненько я сюда не заглядывал, миссис Харпер. Парк большой, хлопот много. Где же она? Thank you.
Оставьте, Уитмар. Уничтожьте ее, Уитмар. Как это? Она же мраморная. Ну, как ее? Не сожжешь? Не распилишь? Взорвите, закопайте, как угодно, но чтобы завтра ее здесь не было, чтобы ее вообще нигде не было. Слышите, Уитмар? Надеюсь, вы меня поняли. Да, и сделайте это тихо. Я не знаю, какое отношение имеет эта американка к той русской шлюхе, но они очень похожи. Это не может быть просто совпадением. Даже после смерти эта дрянь меня мучает. Эту девицу я не подпущу к своему сыну. Я... Да! Мистер Мельтерс, мэм. Просите. Мельтерс, нужно собрать всю информацию о некой Сандре Сеймур. Американской гражданке, в данный момент проживающей в Лондоне. Миссис Харпер, а вся возможная информация уже собирается. По распоряжению Джеймса. Да. Ну и как? Что-нибудь интересное? Ничего особенного. Ну, а теперь я прошу вас собрать всю информацию об этой особе. Вы меня поняли, Мельдерс? Разумеется, мэм. Всю возможную и даже всю невозможную. Я вас понял, миссис Харпер. Лиз не даст мне выйти замуж за Джеймса. По-твоему, игра проиграна? Во всяком случае, в Лондоне переиграть Лиз невозможно. Тут у нее все козыри на руках. А Джеймс бывает еще где-нибудь, кроме Лондона? Его корпорация владеет несколькими месторождениями в Каспийском море. И есть информация, что через пару недель он планирует поездку в Баку. Ну что ж, тогда через пару недель я лечу в Баку. И там случайно встречусь с Джеймсом. И Лиз не сможет нам помешать. Это мысль. Кстати, у меня тоже есть дела в Баку. Полетим вместе. А зачем Джеймс летит в Баку? Он приобретает новое месторождение. Но хочет сделать дополнительную экспертизу, хотя на месторождении уже есть данные геологоразведки. Да, далеко ему до отца. С такими темпами Терренс никогда бы не создал корпорацию. Но медлительность Джеймса нам на руку. Можно успеть что-то предпринять. А я знаю, что. Можно попробовать увести у него это месторождение прямо из-под носа. Здорово. Любопытно. Это сразу привлечет внимание Джеймса. Рискнем. А можно совершить перелет в Баку через Москву? Очень хочется глотнуть родного воздуха перед решающей битвой. Пусть будет по-твоему. Но Кэт и Урмас полетят с тобой. И чтобы никаких внештатных ситуаций. И только один день. Ничего, Пашка, прорвемся. Врач сказал, если все будет нормально, через месяц уже выпишут. Слушай, чуть не забыл. Возьми ноутбук. Ага. Пусть до конца операции у тебя побудет, хорошо? Ой, а можно почитать? Почитай, если хочешь. А ты вообще умеешь пользоваться компьютером? У меня там в сумке книжка есть. Компьютер для чайника. Здравствуйте, молодой человек. О, а крестик придется снять. Но книжки-то я читать умею. Сейчас. Подвинь табурет. Ой. Ага. Держись, писатель.
все будет хорошо. Ты молодец, детка. Так все здорово придумала. Через 5 дней летим. Ты что, рад? Всегда приятно, когда дело идет к концу. То есть тебе все равно, что я скоро буду спать с Джеймсом, да? Все равно? Что ты молчишь? А что говорить? Дело есть дело. И мы все знали, на что мы идем. Ну, а если бы мне не нужно было выходить замуж за Джеймса? Если бы, не считается. Здравствуйте, господин Шольц. Добрый день. Пожалуйста. Я буду отдыхать у себя в номере. Да, нам всем сейчас не мешало бы отдохнуть. Скажите, наши номера рядом? Конечно. Вы и мисс Сандра соседи, а номер господина Шольца этажом выше. Да. Да, я доберусь до вас минут через 20. Да, я пока в гостинице. Хорошо. Смотри так, пожалуйста. Это я просто после операции так. А так все будет хорошо. Ну как ты? Я хорошо. Ты обо мне не волнуйся. Я потом тебе все-все-все расскажу. Пашенька, миленький мой, как же я по тебе соскучилась. Я тоже очень скучаю, Сашка. Ну как ты здесь без меня? Рассказывай. Ты знаешь, Едвига такой классной теткой оказалась. Такая родная-родная. Она такая добрая. У нее даже сердиться по-настоящему не получается. Слава богу, что она у нас есть, Пашка. Да, знаешь, я немного волнуюсь. Я дал роман ей почитать свой. Да. А вдруг не понравится? Я не хотел давать, но перед операцией какая-то суматоха была. Она попросила, я думаю, пусть почитает. А знаешь, я в монастыре читал одному человеку. Ну? Ему очень понравилось. А я уверена, что у тебя все-все-все получится. Вот увидишь, ты скоро станешь знаменитым писателем. И когда я буду старая-старая, я буду писать мемуары. Мои встречи с Павлом Удальцовым. Почему посторонние в палате? Извините, я не посторонняя. Иван Сергеевич, она родная. Простите, пожалуйста, это родственница. Она проездом в Москве. Я как раз вас ждала. Мне нужно с вами поговорить. Прошу. Береги себя. Саша. Понимаете, все оказалось серьезнее, чем мы предполагали. Сделанная операция — лишь короткая передышка. Послушайте, доктор, ну неужели нет никакой надежды? Я не верю. Есть. Но для этого потребуется еще несколько операций. Самый оптимальный вариант, если есть возможность, эти операции сделать в Европе. И чем скорее, тем лучше.
глотнула родного воздуха, детка? Поехали. Тебе забронирован номер в гостинице. Бросишь вещи и сразу поедем в офис компании «Бакнефть». Тебя уже ждет Грэхэм. Нужно срочно подписать соглашение. Все документы уже подготовлены. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сандра Сеймур. На мое имя должен быть забронирован номер. Мисс Сеймур, вы впервые в нашей стране? Да. Уверена, что вам у нас понравится. Азербайджан славится своим гостеприимством. Мне говорили. Если захотите приобрести сувениры, могу порекомендовать один магазинчик. Мне хотелось бы поскорее попасть в номер. Хорошо, пожалуйста. Фарид, пожалуйста, проводи даму. Прошу. Алло. Салам, бир дәге. Хәр бездә чөх яхшы йерләр бар. Все было у нее позади. Любовь, надежда, тихое счастье. Но она шла по городу, и постепенно расправлялись ее плечи. Высыхали слезы. И вот уже опять мужчины оборачивались ей вслед. Не могу. И вот ведь как Барбариска. Светик, привет, это я. Не, ничего не случилось. Слушай, Свет, ты встречаешься еще со своим этим издателем? Ну каким? Ну тем пузатым. Ой, ну ладно, ладно, не пузатый, не пузатый. Нет, не мне. Одному хорошему человеку помочь надо. Слушай, он такой роман написал. Закачаешься. Я прям обревилась вся. А как бы этот роман этому твоему непузатому подсунуть, а? Вот здесь. Наша компания рада такому деловому сотрудничеству. Мы надеемся, что эта сделка – только начало долговременных успешных отношений. Очень на это надеюсь, мистер Азизов. Азербайджанское гостеприимство. Ну а как же? Да. Прошу. Благодарю. Прошу вас. Угощайтесь. Мисс Сеймур. Ну что ж, за начало нашего сотрудничества, мисс Сеймур. Ты хорошо держалась. Теперь тебе надо будет поехать пострелять в тир одного частного клуба. Когда Джеймс бывает в Баку, он всегда его посещает. Дэн даст тебе адрес. Сэр Грэхэм, я все-таки пока не очень уверенно себя чувствую. Пусть Урмас побудет рядом. Ну или Кэт?
В этом нет необходимости. Ты вполне готова действовать самостоятельно. В гостиницу? Да. Звали? Ты сегодня же поедешь в Шамахи и будешь там до тех пор, пока я тебя не вызову. Насколько я знаю, по условиям завещания должен находиться рядом с Сандрой до конца. Иначе операция может сорваться. Я лучше тебя знаю, что сказано в завещании. Ты потерял голову из-за этой девки. Дело сорвется, если ты будешь торчать здесь и сбивать ее с толку. Во всех своих действиях я пытаюсь следовать условиям договора. Ты не забыл некоторые обстоятельства твоей личной жизни? Как называется городок под Римом, где растет твой сын? Кстати, сколько ему? 4? 7. О, уже большой. Когда выезжать? Немедленно. Девушка, иди сюда, самый хороший гранат у меня. Вот красивый, сладкий, алый, как твои губы. Подскажите, как найти клуб Кызылгуле? Нет, ты сначала купи, а потом скажи. Ну, бери, девушка. Ну, ладно, бесплатно бери, а? Девушка, подожди, девушка. Вот налево повернете и там сразу увидите. Браво, браво, мисс Сандра, браво. В Баку нет ни одной женщины, которая бы могла с вами соперничать. Благодарю, господин. Просто Рашид. Спасибо, что встретил. Какие планы, Джеймс? Нужно будет настоять на проведении еще одной экспертизы нового месторождения, прежде чем мы подпишем этот контракт. Минимизация рисков. Ничего необычного. Не знаю. На твоем месте я не стал бы так скрупулезно все перепроверять. Данные геолога разведки же есть. Местные геолога разведки. А я предпочитаю услышать мнение своих экспертов. Ну, как знаешь. Как это участок продан? Мы разве не с вами договаривались? Может, я что-то перепутал? Мистер Харпер специально прилетел из Лондона для заключения этой сделки. Вы себе последствия представляете? Сожалею, наша договоренность была только предварительной. Появился покупатель, который не стал перепроверять результаты нашей геологоразведочной экспертизы и не затянул с решением на несколько недель. И нам этот вариант показался интересным. Поэтому сделка была оформлена еще вчера. Господа, и кто же, если не секрет, перебежал нам дорогу? А, не секрет. Наш новый партнер не просил скрывать его имени. Это гражданка Соединенных Штатов, мисс Сандра Сеймур. Я согласен, но мы месяц этот нефтяком окучим. И на тебе. Прискакала эта американка и загробастала все в один миг. Здравствуй, Рашид. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Мисс Сеймур. Здравствуйте. Вот уж не ожидал вас здесь встретить. Да, и я не ожидал. Чего не ожидали? Андрей хотел сказать, что он не ожидал такого праздника от жизни, Баку, Тир. И вдруг несравненная мисс Сеймур, которая к тому же увела у нас из-под носа столь лакомый кусок. А я люблю рисковать, иначе можно не достичь цели. А вы привыкли всегда попадать в цель? Я могу полюбопытствовать? Конечно. Какая женщина не любит похвастать? Настоящая американка.
Наследница традиций техасских рейнджеров и ковбоев. Но Джеймс стреляет как бог. Я надеюсь, он даст вам фору. Мистер Харпер, а хотите соревнования? Скажем, 3 серии по 5 выстрелов. Результат по общей сумме. Вы и так уверены в своих силах? Достойному сопернику не обидно проиграть. Только давайте не просто так. Просто так скучно. Давайте на интерес. Да, я согласен. Если побеждаю я, то я приглашаю мисс Сеймур в самый лучший ресторан этого прекрасного города. А если побеждает мисс Сеймур, тогда... Тогда я готов выполнить любое ее желание. Мы готовы. Но я же не могу бросить тебя, как моего партнера, в столь тяжелый момент твоей жизни. Хорошо, я принимаю ваши условия. Назим, быстро принеси пистолет мистера Джеймса. Быстро! Патроны я тоже, Тезеля! Пожалуй, я поставлю на мисс Сеймур. Прекрасная женщина уже победитель. Дорогой, в Азербайджане все тебя поддержали бы. Ай, спасибо, один ты меня понимаешь. Мисс Сеймур? Благодарю. Мистер Джеймс, 45. Мисс Сандра, 43. Мистер Харпер, мне не нужна фора. Стреляйте в полную силу, прошу вас. Мистер Джеймс и мисс Сандра, оба по 48. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Мистер Джеймс, 47. Мисс Сандра. Мисс Сандра, 50. Мои поздравления, мисс Сеймур. На правах победительницы вы можете получить приз в любой момент. Мистер Харпер, я получила удовольствие. А что касается приза, куда я могу вам позвонить? Отель Эксельсиор, номер 26. Тогда ждите. Я обязательно что-нибудь придумаю. До встречи. Всего доброго. Как ты думаешь, что она придумает? Надеюсь, она не заставит нас грабить местный банк. Она может. Мистер Харпер, а это тоже крест всех публичных людей? Минимизация рисков. Ничего необычного. Господа, вы не находите, что здесь очень красиво? Да, здесь очень красиво. Особенно великолепна была идея с конной прогулкой. Лучше бы я ограбил местный банк. Лошадей с детства боюсь. Ограбили банк? Да. Джеймс, вчера предположил, что вы заставите нас ограбить местный банк. Тоже мне друг. Раскрываешь все мои секреты. Какая прекрасная мысль – ограбить банк. Как жаль, что она пришла не мне в голову. Ну что ж, господа, тогда придется вновь кого-нибудь из вас вызвать на соревнование на тех же условиях. А я знаю одно соревнование, в котором вы точно не сможете меня победить. Да? Ну тогда сначала ужин, раз уж я проиграла. Вперед! Нет, ну бывает же такое. Наша неудача с Нефтекомом на самом деле обернулась большой удачей. Невероятной встречей с очаровательной мисс Сеймур. Давайте выпьем за это прекрасное знакомство. Ну так они вообще никогда не двинут лодку с места. Ничего ты не понимаешь, Джеймс. Здесь говорят, что бесконечно можно делать 3 вещи. Это смотреть на текущую воду, на пылающий огонь и на то, как другие работают. А ты пытаешься лишить нас такого удовольствия. А я все равно не могу понять. Не могу понять, что может быть смешного в том,
что люди не могут рационально организовать свое дело. Мистер Тихомиров, вы, кажется, обещали нам соревнование. Да. А вы уже готовы? Да. Придется немного пройтись. Вы не против? Нет. Прошу вас. Старинная русская забава. Называется блинчики. Нужно взять камень и бросить его на поверхность воды так, чтобы он начал прыгать. Побеждает тот, у кого камушек подпрыгнет большее количество раз. Вот и все. Показываю. Оп. Ну, теперь ваша очередь. Так, где ваш камушек? Давайте. Ну, смелее. Ладно, ладно, я проиграла. Учите. Хорошо. Берем камень. Главное выбрать правильный камень. Замахиваемся. Но прежде чем замахнуться, нужно положить камень, чтобы он был параллельно поверхности воды. Вот так. Вот. Мистер Тихомиров, я, пожалуй, буду брать у вас уроки. Друзья мои, я прошу прощения, но у меня через полчаса важная встреча, я вынужден откланяться. Простите. Ах, боже мой, я совсем забыла, ведь у меня тоже встреча, мне давно пора. Угу, понятно. Вот так все и побежали, да? Ну, не расстраивайтесь. Как-нибудь мы встретимся обязательно еще раз, м? Конечно. Ну, так и давайте встретимся завтра. У моей двоюродной сестры, я у нее остановился. Проведем еще один прекрасный вечер, так сказать, в неформальной обстановке. Я буду очень рада. Алло. Здравствуйте, мистер Харпер. Спасибо, я сейчас спущусь. Добрый вечер, мистер Харпер. Добрый вечер. Очень любезно с вашей стороны было заехать за мной. Просто я подумал, что в незнакомом городе вы можете заблудиться, и тогда мы с Андреем будем лишены вашего прекрасного общества. Благодарю вас. Ваши впечатления от Баку, мисс Сеймур? Восхитительно. Красивый город, очень приветливые люди. Бизнес здесь идет просто замечательно. Ну, я думаю, у вас бизнес везде идет замечательно. У вас редчайшее сочетание красоты, женственности и вместе с тем просто железной хватки. Примите мое искреннее восхищение. То есть, по-вашему, умная женщина – это редкость? Ну, гораздо больше, чем красивые. Хотя красивой женщине совсем не обязательно быть умной, ведь так? Какое красивое место. Мы можем остановиться здесь ненадолго? Конечно.
Ну что, впечатляет? Конечно, впечатляет. Вы представляете, сколько веков этому зданию? Ну, я не знаю. Я думаю, что можно будет спросить у родственников Андрея. Я не в смысле даты. Ах, боже мой. Это здание простоит еще много-много веков. И миллионы людей, вот точно так же, как и мы с вами, будут любоваться им. Вообще, в таких местах ощущаешь прикосновение вечности. Что, очень пафосно звучит? Да нет, почему? Ну, пойдемте, нас ждут. Даша, здравствуй. Джеймс, дорогой. Я очень рада. И я тоже. Знакомьтесь, Сандра. Сандра, очень приятно, Даша. Очень приятно. А где Андрей? Да его племянники захомутали. Пойдемте к столу, Андрюшка на запах прибежит. Благодарю. А это мой муж, Палат. Джеймс. Здравствуй. Привет. Сандра. Палат. Очень приятно. Как вам Баку? Прекрасный город, спасибо. Милости прошу. Сандра, я надеюсь, вы любите баранину? Баранину? Да. Очень. О, Андрей! Так, привет. Сели, лошадкам пора пожевать сено. Опоздал, ты опоздал. Давайте, давайте. Схватили космические вилки. Так, в чем дело? Это же морковка. Кому еще плов, попробуйте. Так, кто первый, тот и прав. Погнали. Слушайте, дядя. Вперед из песни. Передай мне зелень, пожалуйста. Такое ощущение, Андрей, что вы не бизнесом занимаетесь, а работаете с детьми. А зачем с ними работать? Их любить нужно. Вот когда я женюсь, так, у меня будет, ну, как минимум 4 таких спидогрызов. О, Андрей, ты настоящий джигит. А что, приходишь с работы? Усталый, после тяжелого трудового дня, падаешь на диван, а лучше сразу на ковер. Они ползают по тебе, те ребят, и папа то, папа все. Рай. Ты сначала женись, а, сам точно. Еще ребенок. А вот женюсь. Да? Вот найду свою единственную. И женюсь. Пап, дай еще положить. Ну, ты знаешь, твои единственные можно будет только посочувствовать, потому что с такими взглядами на воспитание твои дети очень быстро сядут тебе на шею. В прямом и переносном смысле этого слова. А детей надо воспитывать строго, чтобы они выросли умными и целостными натурами. А, по-моему, родительской любви много не бывает. Да, я не понимаю, зачем скрывать свои чувства. Зелень положи. Друзья мои, у меня такое ощущение, что вы выросли в одной семье. Такое у вас завидное единодушие. Уважаемые гости, у меня тост. Оп-оп-оп-оп! Молодцы! Давай-давай-давай-давай! Андрюха! Глоток! О! Ребята! Ребята! Пойдемте покажу, какое ружье я купил. Ты купил новое ружье и не показал мне? Ты ухаживаешь за гостями? Да, конечно. Обязательно, дорогая. Да. Андрей, дорогой, не обижайся. Ну, так бы только ты посмотрел, а так Джеймс оценит. Кстати, Сандра очень недурно стреляет. Да? Да. Сандра, пойдете с нами? Я помогу Даше и присоединюсь к вам. Даша, скажите, куда поставить? Ой, да зачем? Вы же гость. Мне не трудно. Палат ругается, что я не хочу домработницу нанять. А я, знаете, люблю все сама делать. Но, пожалуй, скоро он меня уговорит. Мы ведь с Палатом третьего ждем. Поздравляю. Спасибо. С такой кучей детей без помощницы не обойтись. Теперь я понимаю, с кого Андрей собирается брать пример. Да, вы знаете, он в последнее время на своем бизнесе помешался. Я думала, один останется. А сегодня слышу разговоры о детях, ну, думаю, слава богу. Сандра! Сандра! Пойдемте ружье смотреть. Там не представляете, какая красота. Иду, иду. Алло, 26-й номер, пожалуйста. Алло, мистер Харпер? Здравствуйте, это Сандра Сеймур. А, спасибо.
Настроение хорошее у вас? Да, у меня сейчас тоже очень много дел, и… Да, я буду рада, если вы мне позвоните. Всего хорошего. Черт, ну не самой же звать его на свидание. Добрый день. Спасибо. Пожалуйста. Благотворительный аукцион в пользу детей-сирот. Приглашены все предприниматели. Наверняка Джеймс тоже там будет. Номер два. Глиняная фигурка, лошадь. Начальная цена $100. Прошу. 200. Номер восемь. $200. Номер восемь. $200. Раз. 300. Номер пять. $300. $300. Раз. $300. 350. Номер восемь. $350. $350. Раз. $350. 400. Два. Номер пять. $400. $400. Раз. $400 два. $450. Номер восемь. $450. 500. Номер пять. $500. $500 700. Раз. Номер восемь. $700. $700 раз. 3000 долларов. Номер один. $3000. $3000 раз. $3000 два. $3000 три. Продано. Мои поздравления. Лот номер три. Вышивка «Гвоздики». Начальная цена $100. Прошу. Прости, Джеймс. А чем вы занимаетесь? Какая у вас профессия? Бизнес. Бизнес? Женщина и бизнес. Привет. Рад видеть. Я попозже подойду. Как видите. Ну что ж, добрый вечер. Пожалуй, есть. Простите, мисс Эймур, я везде вас ищу. Есть вопрос, который совершенно не терпит отлагательств. Угу. Я украду вашу даму. Извините. Простите. Наши юристы в последнем контракте обнаружили кое-какие. Я надеюсь, я правильно понял, что вас пора спасать? Вы успели как раз вовремя, иначе я бы его просто убила. Здешние мужчины такой горячий, жгучий народ. Вот, например, позади вас высокий брюнет. Прячет свою красавицу-жену в особняке и даже на раут не берет. Боится соперников. А с предыдущим женихом вообще на саблях дрался. И что же, вы видели эту красавицу? Ну что вы, если бы я ее увидел, сейчас бы с вами не стоял, не разговаривал. А где же ваш друг и партнер мистер Харпер? Вот он, с пышной блондинкой. Собственно, Джеймс, как всегда, в своем репертуаре. Шампанского? Да, с удовольствием. Я мигом. Добрый вечер. Ну, наконец-то я застал вас одну. Вокруг вас все время вьются какие-то мужчины. А вокруг вас вьются какие-то женщины? Мне просто не терпится сделать вам подарок. Вы позволите? Вы меня заинтриговали. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что вас очень трудно удивить, но я попытаюсь. Так значит, это ваш человек умыкнул ее у меня из-под носа. Долго думал, как же доставить вам радость. У меня хоть немножечко получилось. А вы необычный человек, мистер Харпер. Мисс Эймур, а я опять вас везде ищу.
И, видимо, так и не нашел. Благодарю вас. Спасибо. У вас замечательный друг, мистер Харпер. А может быть, вы будете называть меня просто Джеймсом и позволите проводить вас, когда все это закончится? А зачем ждать, когда все это закончится?